На борту Международной космической станции во многих странах мира и по всей России прошел Международный географический диктант 2022 года. В Карачаево-Черкесии открылись более 20 площадок, а главное, как и прежде, в КЧГУ имени Умара Алиева. Диктант писала и Алла Динаева. Горожане, желающие проверить свои географические знания, заполнив анкеты, приготовились участвовать в масштабной международной просветительской акции, проводимой Русским географическим обществом. Вопросы географического диктанта озвучивали российские и иностранные знаменитости. Вопрос номер один. В кавказской серии работ художника Василия Васильевича Верещагина можно увидеть пейзажи двух высочайших вершин этой горной системы. Что интересно, обе они представляют собой потухшие вулканы. Что это за вершины? Для ответа отводилось 30 секунд. Диктант состоял из двух блоков, а всего в нем было 40 вопросов. Самая юная участница диктанта – Асият Узденова. Я учусь в 4 классе, и у нас это предмет «Окружающий мир». Там есть разные темы, ну, моря, океаны, реки, озера, материки разные. Ну, например, еще плоскогорье, горы. Почему ты решила принять участие? Я люблю географию просто. Елена Чучеева сегодня стала членом Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества, а в диктанте участвует впервые. Люблю природу. Уже 10 лет занимаюсь альпинизмом, люблю ходить в горы, люблю путешествовать, поэтому для меня очень важно поучаствовать в мероприятии, посвященном географии нашей страны. Словом, географический диктант – экзамен универсальный на знание географии страны, истории, археологии, культуры, различных открытий и особенностей регионов. В последнее время в Карачаево-Черкесии многие школы организовывают свои площадки. И поэтому на центральную площадку в университет явка была, создалось такое впечатление, что ниже. На самом деле это не так. Увеличивается количество площадок, а численность, оно неуклонно растет ежегодно. Я думаю, что в этом году будет не исключение. Диктант проводится с 2015 года. Ректор КЧГУ Таусултан Узденов участвует в нем ежегодно. Какой вопрос был самый интересный вот в этот раз, который запомнился или сложный? Самое большое затруднение у нас вызвало, я даже с Унух Бекировичем, да, с нашим заведующим кафедрой сидели вместе, мы друг с другом немножко, это было про первооткрывателей, два вопроса было первооткрывателей, кто-то сказал про Крузенштерна, кто-то сказал Беллингаузен. Вот здесь у нас мнения разделились. Да? Мы не знаем, мне будет интересно посмотреть, кто же из нас был прав. А так остальные вопросы мы писали самостоятельно. Географический диктант пишут, чтобы вновь прикоснуться к неизведанному, познать окружающий мир и разгадать загадки многовековой истории России. Алла Динаева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.